В ефірі студія «Репортер», мене звати Василь Базавлук. Сьогодні пропоную поринути в культурне життя нашого міста, та не тільки нашого міста, а й всієї країни. Я радий вітати в студії народного артиста України, художнього керівника комік-трупи «Маски», викладача факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету Георгія Делієва. Вітаю вас, пане Георгію. Добрий день всім, добрий вечір, добре утро. А також я дуже радий бачити сьогодні в гостях нашої студії народного артиста України, актора, режисера, шоумена, головного режисера та актора Дніпровського міського театру КВК Дніпровського державного університету Євгена Чепурняка. Вітаю вас, пане Євген. Вітаю, навзаєм. Дякую. Сьогодні поговоримо про прем'єру дуже очікуваного спектаклю, який вже скоро зможуть побачити одесити та гості нашого міста. Тож, спершу розкажіть про сам спектакль, що нам очікувати. Хто почне? Так, можемо як дискусію. Так. З ким дискутувати будемо? Друг з другом? Так. Ну, це взагалі цей спектакль розказати, приоткрити, як-то, не знаю, розкрити всі карти, тому що от чим заінтригувала мене п'єса. Мені Женечка вислала її. Я так думав, ну як, мені просто цікаво було с Евгением, как с партнером, поиграть. Так и мне же тоже было интересно. Вот и искали повод мы. И вдруг он присылает пьесу. Думаю, ну, блин, пьесу я уже перечитал до этого десяток пьес, и как-то все не заходило. И тут меня пьеса погрузила полностью. То есть я одним махом ее прочел. Вот. Это такое вот сложное произведение, где ты не знаешь, как будут дальше развиваться события. Меня очень интересуют такие сюжеты и в литературе, в кино, в театре. Я поэтому вот сразу влюбился в эту пьесу. Вот, поэтому рассказывать о чем я не хочу, потому что раскроются карты. Не вздумай, надо прийти посмотреть. Вот она начинается, я могу сказать, начинается так. Женечка, давай вот. Так я уже, да, вот я тут. Что-то я делаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Закрыто, не работаем. Мне нужна помощь. Если вам нужна помощь, то больница 200 метров слева. Я, правда, не знаю, дежурят ли они сегодня. Да нет же, у меня брюки порвались. Этим я не занимаюсь даже в рабочее время. Не то, что в предновогодние дни в половине девятого вечера. Позвольте. Над входом вывеска «Портной». А «Портной» занимается починкой. Дверь открыта, значит, вы еще работаете? Не работаю. Я работаю. Если вам нужны брюки, покупайте новые. Что вы на меня так смотрите? Что? Вы свидетели Еговы? Нет. Уходите тогда отсюда. Все, выходите. Так, ну спокойно, выходите. Не надо так, братишка, со мной. Не надо ко мне так обращаться. Никакой ну, не братишка, ну и так далее. Да, а вот что далее. Будет дальше после да. Вот этого диалога незнакомых людей, это узнают только те, кто придут. Как снежный ком да. нарастает, это тает снежный ком, опять нарастает, опять он тает. И мы таем такой... вместе с ним, потому что физически это тоже достаточно тяжело. Да. Это для но меня так работает. Приоткроем немножко, там женщина есть. Но ее нет. Но ее нет, да. Может, это и не женщина. Тобто зараз ми побачили... І не єсть. Зараз побачили такий допрем'єрний показ на телеканалі «Репортер». Ну, будемо ще... Поки ще ніхто не видів, кстати, этого. Так, ще ніхто этого ніхто не видів, вообще вперше. Даже не знаю. Потому что, на самом деле, эту пьесу ж ніхто в Україні не играл, не ставив. Да, совершенно верно. Вперше эта пьеса ставится на Украине. Ставит ее режиссер Андрей Евсеенко. Вот он сидит здесь. Вот он сидит здесь. Сразу я сказал, пьеса сербского автора Владимира Джурджиевича, она шла немножко в России, но в Украине это, в общем-то, премьера этой пьесы. Я зрозумів. Розкажіть, будь ласка, на яку цільову аудиторію розрахований спектакль, та чи є він своєрідним таким підручником для кожного громадянина по життю? От на таку, я показую. Значить, смотрите, прежде всего, это мужчины. Это мужчины. Потому что два мужчины великолепных играют. И это нет, женщины. Нет, подожди, давай, тут по закону жанра, вот скажи еще раз, прежде всего это мужчины. Да, я хочу сказать, прежде всего это женщины. Ну, потому что, да, это там все-таки... Там есть это, мужчины. Да. Там есть мужчины. Про возраст мы не рассказали. Это же целевая аудитория должна быть. Это возраст. Целевая такая аудитория. Смотри, я думаю так. Я думаю, что это 35-40+. Вот, это раз. Но... Молодежь, это очень должно интересовать, чтобы не повторяли таких ошибок. Потому что, чтобы да, не наступали на эти грабли. Это о них. Да.
Это не, ну она не поучительная, она детективная. Вот, вот молодежь. Короче говоря, 35-40+, это интеллигенция, это студенчество, это люди, которые любят развлечения. Это не парадоксально, потому что пьеса это веселая в целом, в принципе, но, кажется, может быть. Кроме вот, ну, а дальше трагичная, она, естественно, трагичная, потому что она сложная. Там есть много планов, там есть время, возможности и посмеяться. Не знаю, поржать там можно? Там поржать? Нет, ну, посмеяться. Но это мы увидим 2, 3, 4 июля. Друг на друга будем по крайней ждать, мере, да. Мы вкладываем туда и иронию. Знаете, вот я в последнее время, я ж по профессии свой клоун все-таки, да, вот во всех смыслах. И как художник, как музыкант, и как режиссер, и кино, театр, все это. И в клоунаде вот сегодня уже моя позиция такая, это не должно быть смешно. Это должно быть вот как-то мощно. Вот. Будет ли смеяться зритель или не будет, это уже вопрос второй. Это не суть клоунады. Вот раньше я старался быть смешным, а Харлекину, Арлекина нужно быть смешным для всех. А сегодня такая задача не стоит. Надо что-то Георгий такое Викторович, найти, тронуть. Ну так получается, что смеются. Мне кажется, мы с Евгением... Естественно, смешно. Даже когда мы там затрагиваем какие-то очень серьезные темы... Это потому что мы оба каличные по жизни, понимаешь? Мы смешные это да. Сами по себе. Что да, то да. Это вы же необычно. Это необычно. Это странные люди. К вам странные люди. А что ты так показал? Странные люди. Ну, я такой странный, а ты такой странный. А, понимаешь? Ты меня вот так не показывал. Нет, я себя. Странные люди, странные. Но, как видите, спектакль трагичный, философский, глубокий и романтичный где-то, да? Да. Поскольку там любовь, там тема всего. Любви присутствует. Это театр, это хорошая драматургия. Вот это то, чего вообще нет сейчас, ну, это редко встает. Это хорошая драматургия, которую приятно и интересно играть. Для нас это своего рода эксперимент, поскольку мы все-таки играем в других жанрах и в другого рода зрелищах, а тут некоторым образом насилие над собой. Но это хорошее насилие, я надеюсь, что оно принесет хороший результат. Скільки персонажів ми побачимо взагалі, і як вони будуть взаємодіяти між собою у побуті та у різних життєвих ситуаціях? Ох, дуже цікаво. Какой вопрос? Я пока он заканчивал вопрос. Раз, два и обчелся. Вот все. Да. Все. Два героя. А как персонажа. Они будут взаимодействовать? Вот приблизительно так, как мы сейчас взаимодействуем, они и будут... Да, взаимодействуют. Ну, иногда придерутся немножко, слегка. Там, потом помирятся. Вот что-то сегодня у меня такой образ возник. Это лед, кипяток. Кипяток и лед. То есть, когда лед тает, потом закипает, потом опять замерзает, опять закипает. И вот такая борьба непрерывная. И даже где-то превращается в пар. И в вода. Этой пытке, и в этой пытке. Там, когда рождается было какой-то булатный... Вот, да? То есть, я что, не то сказал? Что-то пропел сейчас. Не, ну песенка. Не, ну песен там, по-моему, не будет у нас. Нет. Это нет, подожди, ты там поешь, Жень. Это эксклюзив. Я пою. Это эксклюзив. Не только, не расскажу, значит, надкусишь. Я зараз пропоную поговорити більш детально. Георгію Вікторовичу, ви граєте Марко Мілуна, якщо неправильно ви мене виправите. А розкажіть більше детально про свого персонажа, його особливість. Ну, это бізнесмен, так, якщо його определити одним словом. Вот. Но, естественно, это личность, то есть это человек со своими психологическими, психическими проблемами. Человек, который разочаровался в жизни и не осознает это, а где-то что-то осознает, он ищет выход. И поэтому он оказался здесь. Это его попытка разгадать тот ребус, который он долгие годы вот так вот складывал, все эти пазлы, и все это разобрать на винтике. Где-то ему отчасти удается, где-то не удается. Но в конце, конечно, такой большой знак вопроса. Это относительно этого персонажа для зрителей. Поскольку у персонажа этот вопрос остается. То есть, скажем, тот ответ, который он хотел получить, он его... так и не получил. И, может быть, вопрос еще больше вот так он укрупнился. Ну, наверное, так, в двух словах. Но надо идти смотреть. Чи складно було вжитися в цю роль, та чи порівнюєте його з життєвими ситуаціями зі свого життя? Чи були такі моменти? Вот, кстати, этот вопрос мы с Евгением задавали вообще относительно... Мне кажется, это очень далеко вообще от моей жизни, потому что бывает такое, что я играю роли, и есть опыт там прожитых каких-то ситуаций подобных, и я его использую.
В данном случае это вот какая-то другая совершенно судьба, мне непонятная, далекая, и я просто ее фантазирую, синтезирую, создаю. Учитывая, допустим, какие-то наблюдения других людей, других ситуаций, которые у меня есть. Но это вот нечто совершенно такое другое. Ну, грубо говоря, вот, допустим, мне бы сказали, там, играй наемного убийцу, да, у меня нет такого опыта, и мне приходилось бы как-то так фантазировать. И я бы не мог получить... консультацию, да, допустим, сыграй там, допустим, хирурга там или там начальника полиции, да, ну, пошел к начальнику полиции, поговорил, пообщался одного, второго, вот ты уже немножко вошел, а здесь ты... Это нечто другое, какая-то другая стихия, в которую интересно погрузиться и вот поработать над этой ролью. Євгенію Самойловичу, ви граєте Святослава Шнайдера, тож поділіться рисами свого персонажу та як він пов'язаний з персонажем Георгія Вікторовича. Він зв'язаний з ним. Зачем я буду інтригу розкривати? Вот ви видите, це два чоловіка, які, казалось би, незнакомі. Ми почали з цього. А це портной, він владелец ательє. У него есть свое прошлое, как и у каждого из людей примерно моего поколения. Это люди нашего поколения, может быть, младше. У него есть свои скелеты в шкафу, он не всегда был портным, и он не всегда содержал это ателье. А вот какие там скелеты в шкафу, об этом должны зрители как бы узнать, когда они придут. Скелетов много, и шкафов много, и связи там в этом шкафу находится между этими двумя персонажами. Но все сначала совершенно абсолютно непонятно. Ну а какой? Ну он вот такой, как я. Вот человек, который занимается своей работой. Правда, в неурочное время перед Новым годом. Я уже, по-моему, где-то на каком-то канале говорил, что это такая немножко антирождественская история. Потому что в Рождество приключаются чудеса. Вот в это Рождество тоже приключилось чудо, потому что оба персонажа получили ответы на очень многие вопросы. Эти ответы, лучше бы они не знали как бы об этом. Но, в принципе, мечта сбылась прямо под Новый год, все узнали. А вот как жить дальше вообще с этим? Вот это они оба. С этими скелетами, которые уже они вышли из шкафа и пошли. А вот как жить с этим? Да, дальше это как бы большой вопрос. Потому що іноді возвращаються, це все відкрилося, і вони вже пішли по місту і в голові. Але от ви грали, мені здалося, що характер вашого персонажа, він дуже такий схожий на звичайний характер одеської людини. Це те, що ми вам зараз показали? Так. Це не має ніякого відношення до спектаклю, мої дорогі. Ми просто поговорили. Я зрозумів. Текстом із п'єси. П'єси все совершенно по-другому. Георгій Вікторович, брюнет з проседью, я рижий в прошлом. Что еще рассказать? Да и профессия у нас другая. Я, по-моему, зашелся. Да? Як я зрозумів, сюжет п'єси досить нестандартний. Розкажіть, як вам вдалося поєднати і драматичну складову, і комічну? Это, ну, это жизнь наша, она всегда... Она сложна. Мы даем оценку событиям. Причем... Окраска этой оценки со временем меняется, да, вот проходит время, и мы уже можем как-то с иронией наблюдать какие-то вещи, которые казались тогда драматичными, страшными. Зубодробительными, я бы даже сказал, да. В спектакле мы уже имеем возможность, как бы наблюдая сверху, это быть вот творцами, да, мы можем давать эту оценку. Конечно, ирония обязательно существует. Это вот неотъемлемая часть стихии Евгения и моей. Какие бы драматические ситуации мы ни играли бы, мы всегда туда соль, перчик этот подсыпем, иронии. Насколько эта ирония будет смешная, это уже вопрос оценки зрителя. Но чем больше иронии мы вкладываем, тем эти события драматичнее и трагичнее. Я бы сказал, вот, самоирония даже. Да, конечно, самоирония. Потому что мы ведь актеры, и у нас нет другого материала, кроме нас самих. И наши персонажи, там мы вкладываем самих себя, мы платим за нашу профессию и своей нервной системой. И используем, у нас больше нечего использовать, кроме самих себя. А мы такие и есть. Ироничные, самоироничные, иногда грустные, иногда веселые, спорящие. Я думаю, там будут смешные какие-то моменты, их немало.
репризы, гэги есть, там, если касательно, да, там, формы. Насчет органики там нашей, ну, мы будем такие, как есть, о чем говорил Женя. Другого не будет, ну, да. Что же, да. Но, кроме того, конечно, конфликт очень серьезный, и, ну, где-то это будет страшно. Вже минув деякий проміжок часу з моменту послаблення карантину. От на вашу думку, чи скучила аудиторія за такими культурними вечорами, та наскільки важливо мати таке психологічне перезавантаження перед робочим тижнем? Я знаю, що от, ну, по опиту роботи свого театру людей стало менше приходити, ну, зрителі кількісно уменьшилось. Но качественно увеличилось. То есть зритель намного ярче все воспринимает, намного глубже и благодарней. Это даже понятно по тому, как они после спектакля себя ведут. То есть очень многие остаются и общаются с нами, автографы берут, фотографируются, что-то говорят, что-то слушают, просят что-то. И я вот чувствую, как принимает зал. Я думаю, что материал, который зрители хотят видеть, он тоже изменился. Вернее, желание зрителей получать другое. То есть, может быть, это уже не столько какое-то поверхностное, такое вот водевильное, легкое такое, то, что там, ну, посмеялись, да и забыли. То есть люди хотят более глубоко как-то проникать. Но и развлекаться тоже хотят в большей степени. Смеяться хотят ярче, плакать хотят тоже ярче. Но это, вот человеческое, такое же. Это человеческая природа, это естественно. Так она сейчас усугубилась, она проявилась. Ну, безусловно, какие-то черты обострились и так далее. Благодаря карантину, я имею в виду. Ну, благодаря по всей видимости, карантину. Да, потому что очень долгое время народ вообще был лишен возможности куда-либо ходить. Я о качестве того, что происходит в нашей стране, я рассуждать не буду, потому что, ну, с моей точки зрения, понимаете, человек же выбирает из того ассортимента, который ему предлагается. А если тебе предлагается только мороженое с соленым огурцом, а больше ничего, то у тебя есть выбор либо мороженое, либо соленый огурец. Вот тот широкий ассортимент, спектр искусства, ну, театральных спектаклей, эстрадных, он за последние годы, с моей точки зрения, вообще очень сузился. И в том, что называют юмористическим цехом, я так слегка там поджал на это дело, и в драматических спектаклях, потому что большое количество антреприз, они все, ну, приблизительно одинаковые, и рассчитаны они больше на развлечения. Это спектакли легкие. Я когда-то приехал в Берлин, я очень коротко расскажу, и меня вез таксист. И он сказал, что, знаете, вчера я смотрел спектакль, приехала Лия Хиджакова. И я позвал девушку, я побрызгался дорогим одеколоном, и я ждал, чтобы... Это они так говорят в Берлине. Я хотел, чтобы мне сделали сладко. Я говорю, и что? Она мне сделала горько, потому что это был тяжелый драматический спектакль. Вот. И я был полностью разочарован Лией Хиджаковой. Я говорю, а может быть, нужно было как бы почитать о том, на какое произведение ты идешь, потому что театр же он разный. Так вот, то, чем занимаемся сейчас мы, этот спектакль, я смею надеяться, что это вот как раз вот из того, из той оперы, которая называется «Разный театр». С одной стороны, эта вещь достаточно, сказать, что она легкая, нельзя, но она смешная, она каламбурная, она искристая. С другой стороны, это драматическая история. Вот, может быть, поэтому мы и соединились вместе, потому что, видишь, я за тебя говорю, потому что мы соскучились по таким историям. А она из этой оперы. І наостанок проанонсуйте час, так би мовити, місце зустрічі, де можна буде побачити спектакль «Ідеальний фасон». Только 2, 3, 4 июля, вот эти три дня, мы представим премьеру. Только в Доме клоунов в этот раз. Одесса, да, Ольгиевская, 23. Премьерный спектакль в Одессе, хотя спектакль будет, я надеюсь, все время говорю, я надеюсь, гастролировать по Украине, но место премьеры – это город Одесса. 2, 3, 4 июля, Ольгиевская, 23, Дом клоунов. Я все правильно сказал? Да-да. Что с собой, браты? Гарный настрой? Настроение мы дадим уже. Просто приходите. Я впевнений, що завдяки майстерній грі таких талановитих акторів спектакль вийде на ура. Тож пам'ятаємо, що 2, 3 та 4 липня ми зранку йдемо на море,
купаємось, загораємо, а потім о 19:00 біля театру «Маски» зустрічаємось усі разом та дивимося і насолоджуємося спектаклем «Ідеальний фасон». В гостях студії були народні артисти України Георгій Делієв та Євген Шепурняк. Дякую вам за бесіду, дуже приємно було спілкуватися. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові, виходьте із будь-якої життєвої ситуації з гарним почуттям гумору та дивіться «Репортер». На все добре!